Сезон Ивановского драматического театра в этом году завершится на месяц позже, в конце июня. Такое решение принято, чтобы ивановцы и гости города получили шанс во время летних каникул посмотреть любимые спектакли. Актерам, в свою очередь, расслабляться некогда. В Иванове второй год подряд проходит фестиваль «Парад-премьер». В течение 5 дней с 27 по 31 мая профессиональные театральные критики оценивают работу и режиссеров, и актеров. Во-первых, это оценка годичной работы театра. Во-вторых, это оценка и режиссеров, те, которые ставят эти постановки в театре. И обмен мнениями, и с профессиональной точки зрения это может быть лицеприятные, может быть нелицеприятные какие-то вещи, те, которые будут говорить театральные критики. После фестиваля «Парад-премьер» в прошлом году жюри отобрало один из спектаклей театра драмы для участия в форуме искусств «Золотой Витязь». Ивановцы показали камерную постановку «Про мою маму и про меня» и получили золотой диплом – одну из высших наград московского форума. Практика показала, что, безусловно, такие фестивали важны и нужны и для города, и для зрителя нашего, и, естественно, для самого театра. Идея не только в популяризации театра как вида искусства, а в том, чтобы мы понимали, что театр нужен городу, театр нужен области. В этом году большая часть номинаций фестиваля осталась прежней. Как и раньше, жюри выберет лучшую мужскую и женскую роли, лучшую роль в спектакле для детей. Зрители смогут отдать любимцам приз зрительских симпатий. Исключение составит номинация «Дебют». В этом сезоне нет претендентов на данную награду, но организаторы учредили новую. Она заменена на другую, как бы актерское молодое дарование, будем так говорить, чтобы актеры тоже понимали, что их деятельность не проходит незамеченной, и тем более это отслеживать будет профессиональное жюри. И я думаю, что это очень приятно и почетно получить признание. Во время фестиваля жюри оценит 5 спектаклей. Один детский, сказку «Щелкунчик» и 4 постановки для взрослых. Комедии «Боинг-Боинг», «Сон в летнюю ночь», мелодраму «Девичник над вечным покоем» и пьесу «Божьи коровки». Актеры и режиссеры получат объективные рекомендации, которые помогут театру стать лучше, а значит, быть более притягательным для зрителей. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.